Привет, ребятки! Сегодня мы будем смотреть песню Димаша «Сош». Это было в 2021 году. Вы просили эту реакцию, а я, как вы знаете, безотказная. Помню, я как-то слышала его в первый раз. Это когда он исполнял свою версию на песню из «Пятого элемента». Но вот эту, которую пела синяя инопланетянка. И ноты были воспроизведены компьютером, а он взял и спел это. Это ж божественно, как композитор, продюсер, певица, спортсменка, комсомолка, еще и вдобавок мама. Конечно, у меня есть куча времени, чтобы делать реакцию. Но я просто обожаю людей, которые вокально одарены. Вы знаете, что меня очень тяжело пробить на чувства. Я-то хороший человек, просто у меня нет сердца, и меня трудно впечатлить. Землянин в отчаянии. Мадре мия, аритмия. Ну вот, хорошо же все начиналось. Не люблю быть впечатленной. Ты как будто бы катаешь меня на карусели. Я сейчас опять все расчувствуюсь, начну всех ненавидеть, рассказывать, как я несчастна по жизни. Но вот такая я. Боженька, спаси. Что это была за нота? Это было так низко. Я даже не собираюсь искать пианино, потому что у меня его нет. Любить копать. Боже. Расскажи-ка мне, ведьмочка, как это может быть настолько красиво? Это же оргазм для моих ушей. Я теперь супер фанат. Как не полюбишь такого певца? Вы же видите разницу? Сейчас везде куча всяких проектов, и какие только персонажи там не выступают. В том-то вся и разница, что есть музыкальный продукт и есть певец. И это не какой-то там певец. Димаш. Это тот самый певец. Всякий раз путаешь жизнь. Да тебе все можно, любовь моя. Как же ты прекрасно исполняешь. Просто чудесный парень. Все, разум покинул чат. Нужно отодвинуть все ценное. Как он это делает? Мать, давай лучше не позорься. Красота. Ляпота. Вы слышите, что он поет вживую? Это самый лучший живой звук в мире. Откуда это все у него исходит? Он что, бог? Или божественное существо? Потому что голосовые связки так не могут. Я не знаю. Купидон. Купидон. Красотень, ляпотень, мутотень. Вы знаете, у меня есть скрытая мечта. Это петь свистковым тоном. Или как это еще правильно называется? Но для этого нужно каждый день практиковаться. Работать над собой, как в тренажерном зале. И моей жизни уже не хватит. А вот это называется флип. Гляньте-ка на него. Ангел.
Теперь ты моя новая муза. Куплю твой постер и наклею на всю стену. Люблю тебя, Димаш. Если говорить точнее, я очень люблю музыку. Но я не одна из тех фанаток, которые любят одного артиста. Вот такая я любвеобильная. И что мне теперь сказать? Ох, мамочки, я не удивлена, что у него вылетел наушник. Если слушать этот микрофон без компрессора, можно попрощаться со своими перепонками. О, господи, ну как, тебе понравилось? Вот не хотела я плакать, но вот как тут, черт возьми, по-другому? Теперь понятно, что вы мне все так написывали про эту песню. Я настолько восхищена этим человеком. Да мне хватило бы, даже если бы он сбацал что-нибудь на кастаньетах. Помимо своего таланта, я слышала, что он очень дисциплинированный молодой человек, что он занимается вокалом с самого детства и постоянно прокачивает свой голос. Ведь он так извлекает эти звуки. Это же просто совершенно. Етить меня за душу. Мы всегда материмся, когда чем-то восхищаемся. Это Испания.